Приветствую, коллеги! Ассалам алейкум! Мир дому вашему! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как перезагрузить или выключить ваш компьютер под Linux. Поэтому, если вы на месте, если вы готовы, пишите плюс в чат, проверка связи, ну а я буду начинать. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии Cisco и Linux Profession Institute, кандидат технических наук по специальности информационной технологии. Ну а здесь я представляю университет Cedicom, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить квалификацию, повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Мастер-класс – это новый формат обучения, основанный на принципе learning by doing – обучение на практике, ну или практическое обучение. Соответственно, коллеги, я буду все рассказывать, показывать, объяснять, демонстрировать, ну а ваша задача за мной все повторить. Как результат, у вас появятся вот те самые знания, умения и навыки, которые вы сможете продать работодателю, зарабатывать больше, ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему, к стабильному, прогнозируемому лучшему. Поэтому присоединяйтесь. Итак, коллеги, что же вам понадобится в сегодняшнем мастер-классе, чтобы все проделать вместе со мной? Первый этап. Вам необходимо залогиниться в консоль вашего Linux. Соответственно, я буду показывать все в консоли с помощью команд. Вам наверняка тоже будет интересно именно как все это дело, как выполнить перезагрузку или выключение вашего компьютера именно в консоли. Итак, поехали. Этап номер один, коллеги. Перезагрузка или выключение осуществляется с помощью команды shutdown. Да? Поэтому, если вы это дело все напишете, то, соответственно, система ругается, что authentication required. Да? То есть, важный момент, то, что вы должны быть привилегированным пользователем для того, чтобы вы могли делать такие вот важные задачи. Да? То есть, надо быть или пользователем root, суперпользователем root, ну или команду shutdown выполнять с помощью sudo, да, то есть вы пишете sudo спереди и, соответственно, дальше shutdown, и вы будете уже привилегированным пользователем. Дальше будет необходимо ввести пароль. Итак, пароль я ввел, ну и вижу, что моя система будет уже, видите, написано scheduled, и, соответственно, вот будет дальше выполнена перезагрузка. Если вы передумаете, да, то есть если вы передумаете выполнять перезагрузку, то, соответственно, делаем отмену. Как делать отмену? Shutdown-C. Опция C означает cancel, да, cancel. Ну и, соответственно, если вот еще раз выполнить, да, то все, теперь моя система уже перезагружаться не будет. Вот такой вот важный момент. Но, что важно, то, что команда shutdown имеет дополнительные опции, коллеги, да, то есть вот на что нужно обратить внимание. Если вам нужно перезагрузить компьютер, то тогда здесь появляется опция shutdown-R. Shutdown-R, да. Ну и дальше вы можете указать время, когда вы хотите, чтобы была выполнена перезагрузка. Ну, например, через 5 минут. Соответственно, я ставлю плюс 5, да, нажимаю Enter, ну и мне система говорит, что будет выполнена перезагрузка уже там через 5 минут. Опять-таки, если вы передумали, ну, бывает такое, что у вас там крутятся всякие службы, там, да, посетители сайта, и вот прямо сейчас нельзя перезагружать, то, соответственно, sudo shutdown-c мы это дело отменяем. Дальше, если нужно выполнить перезагрузку прямо сейчас, вот прямо сейчас, то, соответственно, делаем shutdown, sudo shutdown-r, пробел now. Now означает сейчас. Итак, я нажал now, и, соответственно, у меня отключилась консоль, видите, сеть отвалилась, ну а в соседнем окне я вижу то, что, собственно, процесс перезагрузки начался, ну и он у меня, видите, достаточно быстро все это дело перезагрузилось. Демонстрирую дальше возможности, но опять-таки нужно восстановить подключение, поэтому я перезахожу опять-таки в систему. Ну и последняя опция, коллеги, которая у нас сейчас осталась, это как же выключить компьютер. Да? Соответственно, принцип точно такой же. Делаем sudo, дальше shutdown, минус h, h означает halt, да, ну или p большое, и дальше опять-таки пишите когда.
через, там, не знаю, там 180 минут, да, соответственно, через 180 вводим пароль, да, и через 180 минут мой компьютер будет выключен. Отменить запланированное выключение делаем с помощью опции -C, да, shutdown -C, cancel, да, и, пожалуйста, мы это дело отменили. Ну и важный момент, коллеги, на что хочу, да, если сделать выключение прямо сейчас, то, соответственно, shutdown минус H now, да, и, соответственно, ваш компьютер будет выключен. Все, у меня, посмотрите, даже консоль отвалилась, да, все отвалилось. Ну, вот с этим будьте аккуратны. Почему? Потому что у меня, например, я выключил удаленный компьютер, и, соответственно, он выключился. Если я попытаюсь к нему еще раз подключиться, посмотрите, уже не подключается. Да? Поэтому будьте с опцией минус H очень внимательны, если сервер удаленный, чтобы не получилось так, что вам нужно брать такси, поезд, самолет и ехать туда и включать этот самый сервер. Вот такие вот, собственно, моменты. Итак, коллеги, что важно, то что со всеми опциями можно познакомиться, если ввести команду shutdown минус help. Help, да. Соответственно, вы увидите все опции. Опции, вот они тут все высветились. Итак, минус R перезагрузка, минус H это halt, P большое выключение, по сути, оно одинаково с halt, да. Ну и, кстати, вы можете отправить дополнительные сообщения, вот, да, warning отправить, если захотите, тем пользователям, кто залогиненный в вашу систему. Вот такие, собственно, опции у команды shutdown. Коллеги, кому был полезен сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, вподобайкой или нравликом. Ну а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, то мы вас приглашаем на курсы. Кстати, команда shutdown и команда SUDA изучается в курсе Linux с нуля, который стоит всего-навсего $24, 10 занятий, где вы сможете вот, собственно, начать работать в Linux, да, без каких-то там сложностей. Сможете обновлять ваш Linux, устанавливать различные пакеты, программы. Поэтому присоединяйтесь. Итак, если для вас эти темы интересны, приходите к нам на курсы. Вы сможете систематизировать все ваши знания, разложить это дело все по полочкам, получите международные сертификаты, ну и что важно, мы еще помогаем с трудоустройством. Поэтому добро пожаловать. На этом все. Спасибо большое, что были со мной на протяжении этого мастер-класса. Ассаламу алейкум. Мир дому вашему. Берегите себя и своих близких. Несите тяготы друг друга. Помните, что сила в единстве. Поэтому, если у вас что-то не получается, то пишите комментарии под этим видео. Мы с удовольствием вам будем помогать. Всем пока.